Сейчас играют твои любимые ребята, ну, в смысле, команда, да, за кто ты болеешь, твой любимый человек. Как думаешь, как сегодня они сыграют с командой «Добро»? Я надеюсь, что они сегодня выиграют. Они вроде настроены после прошлой игры более серьезно. Да, и поле получше будет. Вот, так что сегодня... Твой прогноз, кто первый забьет в команде «Грузчик», если будет сегодня забитые голы? И кто первый забьет «Грузчик» или «Добро» сегодня? Я надеюсь, да? Что забьет первый «Грузчик», вот, чтобы они были, первый старт у них такой хороший был на первых минутах. И, возможно, забьет Василий. Да, почему бы и нет, он у нас может. Спасибо. Какой настроен на игру? Какая тактика у вас? Ну, видео все равно увидят после матча. В целом, какое настроение? Ну, как бы, собрались, слава богу, почти все, наконец-то. Вот. Настрой боевой. Вот, надеюсь, у нас сегодня все получится. Ну, как сказать, задача на таком поле, как бы, будем бить больше поворотом, то есть меньше держать мяч. Вот. Ну, и главное, как бы, правильная игра в защите, в обороне. Как думаешь, кто будет забито сегодня много голов или нет? Думаю, да. Будет много голов. Кто первый откроет? Ну, надеюсь, мы. Что можно сказать, вот какие ожидания от игры, что вы знаете о команде «Добро», ну и какая тактика у вас на этот матч? Ну, команде «Добро» я вообще о командах мало знаю, я в этом сезоне первый раз играю, как бы ля-ля-ля. Но настрой на игры хороший, последние три матча у нас не актив. Надо как-то прерывать эту серию уже. Я надеюсь, что именно в этом матче у нас все получится и... Первый круг хотя бы, задача хотя бы закончить в четверочке, хотелось бы, а там посмотрим. Спасибо. Сейчас, секундочку. Вадим, что можешь сказать, вот какие ожидания от игры, что ты знаешь с командой «Добро», как вы исторически сыграли с этим коллективом? Хорошая молодая команда, знаю, много молодых, бегущая, все играют неплохо. Надеюсь, получится сегодня хорошая игра. Как думаешь, в этом матче будет забито много голов или нет? Посмотрим. Надеюсь, мы мало пропустим. Скажи, сегодня у вас оптимальный состав? Ну, в принципе, да. Практически все из заявки. Кто сегодня будет играть нападение вот из ребят? Дима и Василий. Скажи, пожалуйста, вот установка на первую минуту какая у тебя? Играть в футбол. И побеждать. Играть в футбол и побеждать. Настроен на игру, тяжело ли играть будет под дождем? Да нормально. Нормально? Боевой настрой. Будем добывать победу. Победит та команда, которая забьет первый гол или нет? Или это не имеет значения? Победит та команда, которая будет играть до конца. Есть какое-то желание касательно половины поля или не имеет значения? Не имеет значения. Я думаю, это... Мы приехали сюда играть, половину не имеет значения. Стас, что можешь сказать? Дождь. Это сильная сторона для команды «Добро» или нет? Ой, даже сложно сказать. Сейчас будем играть, посмотрим, как оно пойдет. Вообще тяжело на мокром поле. Мы в равных ситуациях с противником. Ну, так, ну, думаешь, первый или второй тайм вот для вас будет лучше в этой игре? Вот. Ну, исходя из последних матчей. Если победим, то будет целый матч хороший. Что ты знаешь о команде «Грузчик»? Неплохая команда, борется. Больше ничего не могу сказать, такого сильного. У вас сегодня оптимальный состав, Сань? Ну, можно сказать и так. То есть сегодня все сильные игроки собрались? Да. На лавочке запасных у вас есть люди вообще? Да. Нет? Сколько человек? Четыре. Четыре человека, этого достаточно для этой игры? Да, вообще бомба. Можно сказать о первых минутах, кто больше владеет мячом, инициативой? Погода. То есть сейчас тяжеловато, да? Поле скользкое. Ну, кто все-таки больше сейчас? У кого мяч? У кого больше опасных моментов? Есть такая команда или пока что все поровну? Не буду. Можно сказать, сейчас второй тайм уже. Что можно сказать в первом тайме подытожить в целом? Ну, команда «Добра», конечно, больше прессует, так скажем, больше давит, но мы пока ведем. Вот, первый гол «Грузчика» был, вот, и я думаю, ребята настроены на позитиве, на перерыве они
хорошем настрое были, поэтому я думаю, Грузчик даже будет. Игра интересная? Конечно. Да? Да, игра очень интересная. Под дождем тяжело играть? Тяжело, потому что очень скользко, они все падают, вот, но держатся. Хоть что можно сказать об этом? Что получается, что не получается? Да, не получается, наверное, по полю такого мокрому мяч опустить и поиграть. Он ускоряется, подпрыгивает. Плюс, не знаю, две ошибки, два гола, как-то так оно. Как думаешь, как будет развиваться события во втором тайме? Ну, надеюсь, что два гола забил. А так, как бы, посмотрим, как пробьют.